Ой, побежали. Короче, погнали, да. Dying Light 4 Брутала. Dying Light 4. Специально для вас. Вот. Короче, мы были в Хараме, вот мы здесь. Слушай, мы же здесь были. В смысле? Ну, это надо снова проходить. В смысле? Как-то тихо под водой. Мы были здесь. Где мы здесь были? Проходили основную игру, мы проходили здесь. Нет. Здесь не было. Вспомни. Да не было. Не были мы тут никогда. Тема, да были эти, Гарри? Мы вообще с тобой тут вдвоем. Я сюда ходишь, Тёма. С кем ты? Вот признавайся, с кем ты. Где ты ходишь? Вот лучше спросил. Вот, смотрите, вот это вот было, этого не было. Не было, было ничего. Это. Кому ты втираешь дичь? Смотри, какие простые. Я уже все это проходил вчера. А че вы такие быстрые? Отдали. Ну куда бежите вообще? А, это ж было, я просто демку смотрел, короче. Как ты это сделал? Я вот так же примерно. Вы что делаете? Вы куда? Взял, умер. Это какой-то гостриком. Да вперед же наверх, вы че, пацаны? Ой-ой-ой. Не, давай, а он давай, как-то Дима, так через смотри. Стену перескочил, вообще я не понял. Дима, а так тупо. У меня, короче, смотрю на Диму, он летит и не долетает. Я почти, я был на грани. Ну ты, походу, зацепиться успел, потому что у меня ты просто выпал. Я сейчас, Джек, тебе на спину наступил и от тебя отпрыгнул вперед. Ну это, да, так и надо. Называется кооператив. Кто-то фонариком светит, выключи, пожалуйста. Хорошо. Как это дальний? Как это сделать? А, блин, Тёма, мы друг с другом. Я не знаю. Артур куда-то полетел. Не-не-не, все нормально. Чё, куда дальше-то? Вниз я не хочу. Не-не, вот, наверх, вот, ко мне. А, ну да, да, идёшь, да. Идёшь такой. Я хорошо, иду. Ребята, хорошо. Осторожно. Подойдите. Подходите. Может, мне как самому толстому надо было в конце идти по дереву, которое над пропастью? Нет, наоборот. Сразу ачивку дали вообще, ничего не сделали ещё. Стойте. Давайте, вот это вот, короче. Давайте по очереди. Хотите, покажу сломанное место в игре? Хотя, нахер его. Не, не надо. Давай. Прыгай первый. Это надо наверх вот сюда, короче, забраться. Я пошел. Да господи, просто берешь и забираешься. Ты шо, забей! Черонима! Я разбился. Ох, кто-то мертвый. Он покормил акул. А, ты че мертв? Я ж не знаю, что там мелко. Ты че его рубишь? Это ж тело нашего друга. Мертвый че? Френдли файл. Ты думаешь, он зомбируется? А, это не Артур даже, ну ладно. А Саша, это зомби. Угу. Постойте, джентльмены. Все нормально. А что, где ты там? Да вот я иду. Замечена охотничья вышка. Ну вот я, как обычно, замечаю вышки всякие. Так дальше и пойдет Джек. Вышки эти, они, короче, как в Assassin's Creed, но на самом деле нет. Ага. Ничего не понял. Потому что это не Ubisoft. Да. Ну типа там, короче... Наполовину. Ну и правильно, нечего тут слушать, я тебе хочу сказать. У тебя скайп, там подавление. Такие это немного дегенеративные диалоги. Да. Немного. Вот это я услышал. Вот самое нужное я слышу, короче говоря. Давайте так. Давай без давайте вот это вот сейчас придумаем. Давайте типа подожжем что-нибудь. Не-не, давайте у нас будет типа один взломщик, который будет всегда ящики взламывать, другой там будет всегда стрелять. Слушай, ну вот это потом обидно всем будет, типа там. А как ты использовал? Так, а почему мы ящики открыли? В смысле, ну как бы на геймпаде это удобно. Средняя кнопка мыши, все, отстань. Кошка. Господи, лучше бы я не использовал ее. Кто открывает? Я не буду взламывать, я не умею. Все, я пошел. Давайте кто-нибудь взломайте, мне лень, потому что я давай не вот Дима взламывает нормально. Ну пусть все взламывают. Только он руками до замка не дотягивается, но он думает, что он взламывает. Все, взломал. Ну красава. Все взяли, нет? Все, тырим. Сейчас. Эй, ты что? Подожди, он не открыл. Я какой-то фермерский стол нашел. Все поширили. Че это вообще такое? Че там какой-то серп? Фермер. Ну-ка. А как кошкой пользоваться? Я забыл. А на колесико что-то они говорят, надо нажать. Нет, это прикольно. Ничего себе. А зомби кто будет бить? А, тут зомби, да, уже? Я вообще не заметил даже. Ну все для тебя. Нам в тот дом. Тёма, ты с серпом, как я? Да? Не, я сейчас поставлю, посмотрим, блин, что за серп. Ну давайте вот тут вот по... Остался? По полю пройдемся тихонечко, скидируем парочку. Стелс! Я забыл уже, как на быстрый слот ставить предметы даже. Бесполезно, да, я тоже. У меня есть сюрикены. Хорошо. Угу, неплохо, да. А ну быстро как? Это 1, 2, 3 там типа?
Где стелс провалился? А как ты серп выставил? Я так и не понял. А я, короче, нажал на него интер, и потом еще раз интер нажал на другое оружие, которое было. Господи, как настолько можно забыть, как играть в эту игру? Да я год не играл. Я не знаю, что я сейчас сделал опять. И играл на геймпаде до этого. Ну я и сейчас геймпаде. Это ночи. Давайте чисто. У нас же хард стоит. Давайте слева обойдем. Чувак на крыше, смотри. Да, они здесь. Кинь в него камень. Вы сюжет-то вообще знаете про что, нет? Мы типа узнали, что тут есть типа люди, которые не умирают от зомбятины. Когда это вроде сражаться. Хорошо. Это прикольно. И вот пришли к ним сюда узнать, что такое. У нас типа запас антизина кончается. Да вот это что ли не умирает от зомбятины? Нет. Ну... Или да. Не похож. Мне он нравится, он разговаривает по-английски, как я почти. А еще у него хорошее, хорошее пузо. Пок такой. Волосат. Один такой рыпец за четырех бруталов нормально. You lose your hands. Мне нравится. Он мой прям. Just like that. Stranger. Так, вот тут мужчина, короче, он этот, поговорите с ним, дурак. Бурак, его мать, здорово. А у вас как бы этот показывается, да, диалог, если кто-то один говорит? Да, мы такие типа все, короче, слепляемся в один этот здоровенный кусок мяса. Что он делает? Ну, лицо уже тоже одинаковое. По-моему, тут надо до кого-то мужика дойти, и потом к нам другой подойдет. Смотри, мексиканская какая-то это, я в корыто. Мексиканская дуэль называется ситуация. Мексиканская, я в корыто. Да, я подожди, налью воды тебе. Джасир. Требуются все игроки, все, пацаны. Подходим, надо подожди, а с ней что, никто говорить не хочет? Я не могу с Жасиром поговорить, вы нужны мне. Потом. Я вас понял. Женщина не хочет. В смысле не хочет? Когда это кого волновало? Хаттабыч какой-то. Хорошо зафиксированная женщина в предварительных ласках не нуждается. А у нас кошка есть. Да. Занимательный факт. Фиксированная женщина. Лайфхак. На трассе спрашиваешь, да? Женщина зафиксированная. Или от курса зависит. Так, если кто, короче, только пришел сюда и... Уходите, пока не поздно, что будет внимательно. Конечно, я стримлю сейчас. А, окей. Прикольно. Хорошо. А что сказал Джосси? Найдите того, кто согласится с нами поговорить. Мы же должны к трейлеру подойти, и там вот мужик с нами начнем говорить. У трейлера будет мужчина местный такой, вот. Женщина услышала нас и свалила. И... Давайте только катсцен не пропускать. Это я Тёму знаю, ему лишь бы пропускать. Да, я такой. Mm-hmm. Вообще-то нет. Сейчас все игрок Art Games нажал пробел. Кому он обращается? Да. Еще нам четверым. К тебе, Дима? Все, я спокоен. Че он капсом говорит? Не капси. Найтбот забанит. Че они все бородатые такие прикольные? Слушай, ну блин, вас не интересует то, что у них у всех как бы живот открытый и вообще никакой ни бронежилетов, ничего нет? Тут типа зомби вокруг. У них борода есть. Сукры! Западная Украина. Да. Короче, он сейчас попросит этот машину ему достать. Где ее взять-то? Не просто достать, а стыбрить ее у наемников. Да, он говорит, что это будет просто. И что за спойлер, когда мы превью играли? Смотри, мстящий боксер на плече у него. И чё теперь? Ну всё. Вот слушаем дальше. Слушай, у него подмышки бриты. Чё за херня? Куда мы попали? Я не доверяю этому мужику с бритыми подмышками. Да. С голым пупком и бритыми подмышками. Да, у него косички просто под жилетом вниз идут. А-а-а. Это мода такая. Не с бритой ничего, все нормально. Вот это не мех у него, хочешь сказать, да? На куртке. Ну, конечно. Я понял. Ты думаешь, на жилете сверху это что? Это как раз косичка там заканчивается сверху. Зима проходит, он вшивает в капюшон немного. Мода 21 века. А как еще утепляться? Вокруг зомби-апокалипсис. Нажмите пробел кто-нибудь. Нет. Терпи. Вдруг кто-то ради сюжета сюда пришел. А, ну да. Может быть и так. Мне кажется, он меня трогает. Не, мы, конечно, можем попробовать по сюжету поиграть. Ну мы и так это делали. Пробовали в оригинале Dying Light, да. С Тёмой. Продержались 20 минут. 20 минут продержались. Короче, машина на соседней ферме. Мы хорошо играли, что ты... Мы должны играли охеренно.
Это было лучшее прохождение Dying Light в мире. На Ютубе. В мире, не просто на Ютубе. На Рутубе были лучше, на Ютубе нет. Короче, нам туда и побежал, короче. Короче, нам туда. Проводник. Давайте по атмосфере. Нет, ладно, все. Давайте по атмосфере, сказал Тёма, врезал. Нифига, смотри, там тараканов. А как вот я отсюда вылезу? Вот ты ж мать, что происходит. Парни. Что такое? Ну мы с Артуром как бы это проходили, поэтому мы уже так типа на изи бежим туда, куда надо. Давай вот подождем. Давай. Да не надо. Аккуратно, то сейчас дикий. Они через забор прыгнуть не могут, короче. Все. Дальше они не пройдут, мне кажется. Я Тёма провалился к тараканам, а вы бросили его. Я хотел посмотреть, и тут началось вот это вот, как обычно. Давайте скорее нас тут поджимаем. Вау! Я сейчас нас тут точно надо. Вот именно. Женщины. Такие вот такие красавальчики. Не то, что вот идет. В смысле, вот эти вот, Димон вообще-то впереди вас бежит. Это я, ладно, тут. Сейчас Димон это напугается немножко, да? Хераси. Короче, один Тёмочка у нас такси. Вот, смотри, смотри, смотри. Это как обычно, чё. А давайте подождём Тёму, покажем ему прикол. Не надо мне. А чё за зомби убивать? Дима тебя не надо. Надо убивать. Вот это вот. Как бить с двух ног? Или это только в Dead Island есть? Кто не хочет арбалет? Прокачаешь арбалет? А чё тут нет арбалета больше? Подожди. Смысла нету, он есть. Кстати, его что там, R держать, да, ремонтировать оружие? Ага, да. Короче, смотрите, вас вообще вот это интересует, нет, что в этом вагоне что-то есть? А смотри, там какой-то анпуст. Вот, они что-то не интересуются ничем вообще. Откуда ты знаешь, что там что-то есть? А ну, потому, что... ну типа, смотри. Вагон трясется и хрена. Внутри что-то есть. Артёмочка, встань сюда. Вот, я плюс не там цепями. Сейчас что-то закрыто. Плохое будешь, я уверен. Нет, за время премию она такая. Выходи! Слушай, а как ты? Ты сейчас вагон перекинешь. Че ты делаешь? Нифига, слышишь, мы вагон раскачиваем. Давайте мы раскачиваем вагон. Это мы раскачиваем вагон, господи, это женщина. Вон там идет плевальщица. Женщина, это что? Ну-ка иди сюда. Не знаю, почему она плевальщица. Ну-ка идите, да, сразу все. Сюда пришла, а, быстро. Я вспомнил, я ж могу вот так вот, короче, по башкам прыгать. Точно. Подождите. Да. Я сейчас хочу маскировку использовать. Я тоже. Ну вот нахера вы этим обмазываетесь? Это же отстойно. Только я не могу понять, какую кнопку надо держать. Я хочу посмотреть. 18 баксов, это все, что у тебя было? Шлюха. Я так 6 забрал. А, понятно. И чё? А как там, чё, а как прыгать с двух ног, влетать, чё я так и не прыжок и це. Прыжок и две ноги, да. Точнее нет, прыжок и Е получается, вот, да. А, так, там, благодарство. Я говорил, короче, Джеки такой... А как лечиться? Гайс, меня убили, гайс. Гайс, как лечиться? Я не знаю. А, у меня аптечек ноль. Зачем тебе это надо вообще? Не, у меня это не... Помню, как на геймпаде лечиться, скажем. Я вообще не помню, как лечиться. Я как птицу нашел мертвую. Смотри, так, я не буду пользоваться кошкой, потому что она какой-то читерская в этой теме. Нормально все. А как ей пользоваться на геймпаде? На геймпаде не знаю. Как? Средняя кнопка мыши. Я не знаю, как на геймпаде кем-то пользоваться. Читерская горит, и все такие разъюзы. Я не буду, короче, пользоваться. Кто там? Смотри, вот они. Вот они машины. А чё машин две, нас четверо, я не пойму. А мы сейчас, ну типа, вдвоем уедем и все. Трое поедете на колесо. Короче, давайте тактиш. Держимся. Давай. Подвое, я, короче... Ну вы нормальные. А я сундук. А ты что в чем? А я на дереве сижу, что за херня? Ну и ладно, сундук мой. Тихо-тихо-тихо, они, по-моему, нас еще не нашли. Или нашли? Я закрою, что здесь висишь? Не закрывай. Стрельба пошла. А как хвататься? Я перерубил ноги одному. Круто. Да хватайся, спасибо. Гайс. А? Мне нужна помощь. Да вот она. Бен, I need help. Гайс, where are you? Right. По-моему, мы все потерялись. На харде с двух выстрелов убили. Поднимите меня быстрее. Лови. Потом посмотрите, как я вам помогаю. Не. Меня убили. Настолько полезен тоже. Я пытался тебя спасти. Зачем? Тёма мертв. Тёма мертв, да? А чё взорвалось? Чё взорвалось? Артур, так давай нажмем кнопку и восстановимся. Твою мать, это чё было? Пацаны, вы нас потеряли. На! Это была топовая тактика. Два дебила сделали йоло, другие двое вообще не поняли, что происходит. Йоло! Йоло!
Как стрелять, кого? А, я себе, кажется, ногу сломал после прыжка вниз. Что-то взорвалось. У них патроны есть какие-нибудь, нет? Нет, зачем тебе патроны? Топор гвоздодер. Я не хочу топор гвоздодер. Топор гвоздодер. Так, я нашел сундук какой-то. А чё тела так быстро исчезли? Ну кто взорвал эту херь? Теперь что? Да я взорвал. Ну и здорово, поехали. Да подожди, давай посмотрим, что тут есть-то. Меня кто-нибудь прикрывает? Чертежи там всякие, нет. Я взламываю сундук. Я взломал сундук. Помните, что здесь кнопку А нажимаешь и, короче, комнату обыскиваешь, типа? Блин, точно, мне же надо было слезть с него. А как какие-то детали мы нашли? Нажимаешь Select. Все, я нашел. Нажимаешь Select на клавиатуре, спасибо. Марли, возьми. Тёма, как прокачиваться? Вы помните, что здесь чертежи всякие надо искать? Ты заходишь там навыки. Конечно. Там же мы находили уже одни чертежи. Марлю взяли? Вы вообще вещи собираете, нет? Ну, конечно. Смысл? Вот Артур один сидит в машине, я вижу по мини-карте, а мы ходим собираемся. А потом мы... Я хожу по мини-карте. О, я нашел его, я нашел туалет. Здесь еще я есть еще две тачки так-то. Внутри, в гараже. Как бы... Врум-врум-врум, заводи. По-моему, за мной бегут зомби. Ух, да. Прикол. О, господи. Ну и че-то вот это вот тут... Че я вообще назад-то уселся? Куда вы поехали? Здесь уже. Да надо. О, спасибо за кофе. Угу. Так, тут еще можно один взломать. У вас есть неиспользованные очки навыков, хорошо, как их? Нажимаешь на И, короче. Чуваки, там... давайте ездить на двух машинах, потому что 4 мы охереем заправлять. Как громко! Ну 4-то понятно. Заправлять? Да. А, ну да. Блин, это так и тупо. И не врезайся, машины ломаются, их чинить надо будет. Это вообще тупо. Это круто. Ну да, но... Джеки! Ау! И где есть-то там? Да подождите вы меня, я этот делаю. И кнопка Б, ручник на геймпаде. Ау! Ехать кому-то, вы вообще где? Чё делается, господи? Что происходит? Чё за гатюшник? Джеки, вылазь, давай. Охренеть, охренеть. Зомби тут. Твою мать! Да господи. Ай, меня-то чё сбивать? Заходи, не бойся, да. А как зайти? Во, войдите. Да, всё, Тёма, давай, го-го-го. Го-го-го-го-го. Нажмите С, чтобы ускориться, нажмите И, чтобы затормозить. Куда ехать-то? Да затормозишь, куда ехать. Вон, точка есть на карте. О, я еду за тобой, короче. Блин, прикольно отсюда. Я сижу сзади такой пассажир, типа, а куда вы едете? Что за пассажир? Я советую на двух тачках ездить, серьезно. Хорошо, хорошо. У нас будет два водителя, а один из них не я. Проверяем. Давайте я вас научу. Вот тут вот к бензобаку надо подходить, короче говоря. О, как выйти-то? А, все. Вот, смотрите, удерживайте и искать. Да, они, вот они лезут. А да, просто отбивай их. Зачем тебе их убивать-то больно? И не стреляйте, потому что вы не помните, что ли, что прибегают. Я сигареты премиум классно взял. Я вообще не помню, если честно. Я вообще игру не играл. Шуметь лучше как-нибудь потом. Все, нету бензина. Ты бензин набрал, нет? Я нашел чуть-чуть. Ну вот, вливаю машину свою. Хорошо. А машину давайте бросим. Кому-то плохо, по-моему. Подожди, не только уехал. Все нормально, почти. Подожди, а трое поместится в машине? Трое, да конечно. Подожди, подожди, вроде можно было что-то там нажать сзади. Нет, вы уехали. Пацаны, стойте! Да все тут, все тут, все нормально. Фу, да подожди, сейчас ты подожди, выйдем. Бежи такой, Артур. Все тут, говорит. Стойте! Давай, давай, как в Симпсонах, он почти догнал. Подожди, давай остановимся. Прыгай, Джек, Джек. Ну до хера, ну надо, давай лучше их бросим сразу. Вот, топовый парень приехал. Вот тупо шел? Во, да, поехали. У тебя хп мало. Да, я вообще сейчас там в такую задницу попал. Я где-то аптечку нашел, но не знаю, как лечиться. Топово. Да поехали, поехали. Да сейчас, блин, я же заправляю машины. Пожалуйста, едь. Там бензобаки почти полные. Да какой полный, до середины заправлено, потом жопу будет. Нормально потом будет. Да поехали уже. Да, направо, налево. Направо, 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 направо. Да налево. Направо. Или налево. Это будет самое долгое прохождение. Или налево. У меня мини-карты нет, я потерялся. Давай, прорвемся. Нифига себе. Дерьмо, это бочка. Ну я же не знал. Ой, нас заблевали. У желтой машины останавливаемся или едем? Да хер на них, ладно, просто едем, поехали. Ладно, едем, едем, едем.
А чё музыка такая напряженная? Ничего, Дима, что, что я еду, водитель! Я прячусь просто по домам. Я ну, что, топливо, зомби нет. Я чувствую себя очень беспомощно, когда сижу сзади в машине и... Сзади я заправлять, ага. Слава тебе. Тикану об успехе. Хорошо. Следи, так, давай подождем их. А я... Тогда посмотри, как я... они едут, это просто вот пьяная что? Машина. Пьяная машина, а давай сюда, зомби подходит. Не подходит нам зомби. Они топливо сливают, смотри там вдалеке. Он забор ломает. Это такой пипец вообще. Короче, пусто было. Мы что, зря стояли? Да пешком. Драпай. Может, я надеюсь, ты сидишь? Я сижу. Если бы я не сидел, то такой бор начался уже. Во, у этих труп остановись. Или где там нам надо тачку парковать? Да вон там выход. Красиво, пускай сделал под машину. Там, пацаны, уже. А я же дырку проковырял в заборе. Когда заходил, так что теперь зомби могут ломиться в любой момент. Все, го, пацан. Короче, сюжет, это, атмосфера. Да, очень атмосфера. Да, вот это, короче. Достали, что хотели. Угу, пришли. Все на месте, что, все так. Эй, а где бородатый? Где спросите у девушки, где он. А где девушка? Ждем других игроков. А чё, блядь, такие четыре мужика заперлись? В трейлер к ней. Раздевайся! Мне кипело футбол. Она вообще, у меня, короче, сидит такая, ей ноль. Мне кажется, она под действием. А, я просто когда играл превью, она там этот стояла и нормально так передвигалась. Тут она какая-то убитая. Она какая-то убитая. Переиграл с ней. В смысле? Премиум. Сядь. Сиди быстро! Я волнуюсь, когда такие убитые встают. А чё горит? Это выиграет те спецназовцы, которые мужика из ящика спасали. Покажи, что пришел давать. Я все. Это выиграет там в Сукре вот это натворили. А контейнеры, говорит, у вас есть? Она сказала, что нам нужно доказать, что мы пришли давать. Все. Я, говорит, дочка того паренька, которого вы из контейнера спасали в Грузии. Кому она рубашку погладила, да? Он мне говорит, я рассказывал, у меня одна прядка посидела. Покраснела. С чем с пропаном? Короче, смотри, что она сейчас говорит. Она говорит, что у них типа воды нет, и нам, ну, а типа водоочистная станция, на ней засели бандиты. И поэтому мы, говорит, скоро будем пить нечего будет. Помоги, помогите попить, пожалуйста. А вокруг типа бандиты, и они туда сами не ходят, потому что их убивают. Дурачки, потому что. Мне вот интересно, почему в такие моменты бандиты сами не приходят сюда? А зачем? Но здесь тоже вон еда, ну, вода. Придет главный герой и все. Так, и пойдем теперь переоденемся. Все бандиты уже не нужны. А где переодеться? Ну вот тут, где я стою. Вот они еще дракают. Какой-то бонус дали за парень. Как я выгляжу-то, господи. Так, мачете панга у меня какой-то есть, нафиг надо. Прикольный был. А, оно у меня в хранилище было. Или я его в хранилище положил. Вообще ни хрена не... А, теперь нельзя спать, точно. Потому что это все равно, всем нас стоит, верно? Ага. Да. Парень, пожалуйста, дай мне косу. Я буду тебя любить долго и страстно. Ну все, короче, я шотландец теперь, пацаны. В смысле? Ну-ка, погоди, покажись. Вот ты эпичен. Я шотландец теперь, нафиг. Из Бозыка это? А ты кто? Я просто, ну... Мне понравилась эта одежда. Чего за бандосы тут, слышь? О! Подхилься чуть-чуть. Дима, подхилься. А как хилиться? Какой кнопкой сказать? Х. Нажимаешь, Х и держишь. Не, просто нажимаешь. Х. Не надо. А, все, понял. Ага. А где подхилиться? У меня написано... Да, давай закончить загрузку. Все взял. Подождите, а квест у нас сзади висит? Вот так вот. Знак вопроса где-то. А выход где? Так все, нам сюда теперь надо. Вот. Машины-то куда? Садимся, едем. Зачем нам сзади-то? Сюда заходи. Подожди, у нас сзади висит. Это короче, давайте я тупо знаю, за Артуром ходите, все, он приведет. Окей. Поехали. Все, я запрыгнул. Go. О, а у нас круче так-то тачка. Тут еще и кастомай. Подожди. Стой, постоим, пока спокойно, назад давайте. Потому что тут уже зомби. Добро. Сзади у тебя уже мочат. Ну вот, короче. Что этот... как эти-то отстреляйтесь? Погоди, давайте этот. Я, кстати, назад смотреть не могу, если что. Зачем патроны тратишь? Да у меня их до хера, потому что... А, у тебя же 999 тысяч патронов, точно. Короче, кастомайз сейчас, попробуем тачек. Закастомайзи нашу детку. Да господи. Пимп, аурей. Блин, ты так красиво дерешься, пока я в машине сижу и смотрю. Мне так нравится. О, еще один зомби. Как он расправится с ним на этот раз?
И там еще один идет. Кажется, его схватили, но нет, он воткнул ее буквально в лицо, и тут подходит еще один зомби. Вот ты вот это борьба, не на жизнь, а на смерть. В смысле упал? Ты в него стрелял, но упал. Еще одна какая-то женщина идет. Что будет делать Артур? Он вылетает из левой. И с ноги. Вот это брутализатор. Алкоголь, ребят, я подобрал алкоголь. Короче, кастомайз пока не особо-то и доступен. Нам надо прокачивать тачку. Поехали, поехали, быстрее. Скраб нету всякий, берите, потому что с его помощью этот... Ну ладно, хорошо, поехали. Поехали, поехали. Им объяснять бессмысленно. Куда только едем? На оранжевую метку. Чё устраиваешь? По заборам вот это вот. Все заборы сбил. Нам, говорит, нельзя машины разбивать. Их чинить потом долго. Он тут бензин, наверное, дохера. Блин, они там так красиво едут. Ты, по-моему, там зомби словил, да? Да, лицом. Я, пожалуй, сяду. Спаки, спаки, соблюдай дистанцию. Вы чё там, блин, машина дымится? Ниндзя за рулем. Так, сейчас залью. Иди за рулем. Мне, блин, мне маска мешает. Берегись автомобиля. Да я на вас хоть посмотрю. А чё просто везде-то? Тёма, ты как так стоишь, что ты стрелять можешь? Я вот не могу. А. Бегает. Я только сейчас запер, что можно было вылезти и целиться. Я все это время просто сзади сидел. На голову смотрел. Всё, головочки. Всё. Тёма, нажми на S. Поехали. На S? Ага. А, ну я знаю, я знаю. Найс, ты просто сядешь, да. Так-то заканчивается уже. О, Steam ну, закончил вот загрузку Dying Light. Круто. Вот он тормозни, попробуй топливо. У грузовика всегда есть. Чё? Ты слил топливо, Дима? Я два грузовика сейчас смотрел, не было ничего. Давай я солю, короче. Я сейчас найду. А я не смогу выйти. Только не стреляйте. А никто не стреляет. Ну, стрелять, в принципе, можно, но оно это спаливает. Они идут. О, выйти. Угало меня. Вы набрали топливо? Нет, мы вам, у нас нормально с топливом все. О, емкость топлива. В смысле мы вам, Артур, я с тобой сижу. А, ну, короче, у нас нормально все, Джеки. Да. У нас полбака. Хорошо. Блин, ниндзя, садись в машину, ниндзя сейчас убьют. Садись и едьте быстрее. Джеки, прикрывай, прикрывай. Блин, я патроны трачу, пацаны, давайте. Задним ходом. Все, уехали, все, они уехали, го за ними. Все нормально. А мы не в ту сторону. Мы едем. Го за нами. Го. Налево, налево, налево. Просто посмотрите, куда мы едем, и едьте за нами, и все. Мы впереди едем. Они проедут, господи, какая хорошо, разница. Хорошо, хорошо, все, давайте. Это открытый мир, едем. Это не коридорный, Джеки, ну что ты вот тут... Джеки! Открытый мир. Прямо, я не разобрался, куда. Замечена охотничья вышка мной. Справа где-то вышка охотничья. Налево. Давай, давай. А чё они обогнали нас? Я не знаю, как-то сократили. Посрезали, вот сволочи. О, тут написано вода. Чё? Смотри, уроды написано. Ну спасибо, блин, большое. Срезали, уроды. Не пытайтесь справиться в одиночку, если у вас нет таланта находить слабые стороны врагов. Подожди, задание других игроков. Ага. Уроды. Ой, там какие-то мужики стоят с пушками. Может, отъедем немножко в горочку, вот тут вот какой-нибудь лесок? Получи, давай, дави. Шипы, вышка. А тут вода. А чё вы тут? Чуть жалко, мы не проедем. Нет, проехали. Мы проедем везде. Стой, 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 стой. Так, все, короче, это оставим. Баги. Все, выходим. Ага. Машина так. На самом деле херово поставили, нам скоро ломиться надо. Ну и что? Ну, мы если что уедем. Смотри, смотри. Привет. Давай у них топливо сольем, Дима. Давай. Мы сейчас должны этих мужиков убить. Да, может, подожди, короче, не жалею. Я могу потом ее переставить. А, поговорить с лидером бандитов. А, окей. Ну, так можно. Я уже хотел стрелять в лицо. А. Давай, а я стрелять что? Сразу начал издалека. Давай тачку короче спрячем. Да ебал, тачку-то прятать. Это ж наша. А поехали, Тёма, отсюда, короче. Блин, даже оружие не дают достать. Мне страшно, пацаны. Джеки, Споки, я с тобой. Хорошо. Все, 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 а нашу там оставляй. Да, пусть они, короче, будут, а мы так все ништяки соберем. Куда ты пошел-то? Так я к ним наверх. Ну так иди тогда. Так мы же договориться должны с ними. Блин, и сейчас Тёма опасные такой издалека в голову бандиту стреляет, а мы тут центры. Ага. А, блин, а не надо, да? А мы вдвоем внутри. О, тут какой-то таркан стоит, короче, певец. Лол, привет. Блин, я не могу стрелять. Мы да ожидаем других игроков. Стрелять. Пока нет, вы не придете, ничего не получится. Мы сейчас реально просто с ними договариваемся. О, посмотри, что внизу, Артур. А нельзя стрелять вообще. Нельзя, да. Так просто отойти подальше. Тихо, тихо, Тёма! Ясно. Смотрите, я начинаю стрелять. Тёма, меня убили. Я уже стреляю, давай. Вы нафига нам бандитов-то... Ой, да легко. Хитрый, дипломаси короче, там, ясно, понятно все. Нахер дипломаси. Ой, это ты, прости.
442 бакса, такой хороший зомби. Ты че туда упал? Ну я что-то с этим. Он с самого начала взял туда, просто прыгнул. Псих, псих. Короче, аккуратно, там как бы этот. У вас оружие есть стрелятельное? Да. Конечно. А мы можем передавать друг другу оружие? Спасибо. Нет? По-моему, нет. Меня что-то. Да блин, что влетело там меня? В. Артур, где красная дверь, чувак, наверху, второй этаж. Угу. Там так-то чувак стоит звездочки кидает. Там еще снизу один. Там два. Ты че туда нырнул? Так, у меня на винтовку патроны появились. Круто. Поднимай с них. Бочку стреляет-то. Да нахера в нее стрелять, сейчас опять, короче, привлечешь. Ой, смотри, машина сейчас взорвется. Да тут все заборами закрыто, че ты? Ау! Больно. Двоих убило, да? Это вообще. Знаете, кто кричит? Смотрите, вертушечка! Так, Артур, а что ящик никто не лутал? Смотрите, тут УЗИ лежит. Так потому что, блин, это все дело надо попозже делать. Не знаю, я уже все собрал. Я уже все собрал. Сначала всех убить надо, я имел в виду. Это так тупо. Уааа! На меня какой-то мужик выскочил здоровый! А ты куда пошел? Я ключ нашел, я в панике ему, короче, в голову высадил почти все. Пацаны, вы где? Мы идем, господи, не нервничай. А я говорил, что так будет, я говорил. Пипец, я в панике. Я чуть не пристрелил. Дима, посмотри, я вот его убил, на меня выскочил и пошел, так я ему всю бошку разобрал. Ну, да, конечно. Ну все тогда, красава, ну, чё, вот. Господи, чё ты нервничаешь. Какой симпатичный ремонт устроил. Погодите, пока этот. А это что за мужик? Дим, выйди, пожалуйста. Мужика спасти надо, на самом деле. Дим, выйди, пожалуйста. Спасай его, Джек. Выйди, пожалуйста. Выйди. Давай, уединись. Вот этого надо спасти, без башки. Вау. Запшавила, я ее не могу. Типа того, да. Ну все, 160 баксов? Серьезно? В смысле 160? Я его убил, они 160 баксов с него забрали, нормально. Я вообще ничего не забрал с него, по-моему. Спасли, кажется. Кто меня взорвал, ты из вас? Но это машина взорвалась. Тёма, по-любому. Да, я, ну машина взорвалась от меня. Да, я, говорит, но это... Джазир, говорит, мне прислал. Мне какая-то девушка прислала, на самом деле. Потом. Али ибн... Ты откуда он знает? Резко. Иди вперед. Короче, идите с ним, он вам что-нибудь расскажет сейчас полезное. Про то, как все плохо и как все хорошо. А я пока чертежи. А в комнате с ним наверху ничего нет? Тут. А, вот ты уже смотрю. Тут, хитрый жук. Тут вроде бы ничего такого нет. А, я, кстати, дверь открыл. Внимательно слушаю. Один ниндзя слушает, что он говорит. Я остался. Сама ночь. Пацаны, я улетаю! Хорошо. Своркинг! Он говорит, не работает. О, вода! Я ключ, кстати, подобрал, сейчас буду гайки закручивать, я знаю, как это делать. О, вода водится. Красава. Фак. Что-то, короче, я не специалист, конечно, но у него, по-моему, что-то пошло не так. Возможно. Думаешь, да? Не, я, конечно, тоже не уверен, но что-то... Усы не пьют. Вдоль трубы, короче, надо идти, пошли. Да-да-да. Я тут пешком побежал в прошлый раз. Не надо этого допускать. Удерживайте что-то там, чтобы нажать за ним. В смысле удерживайте Е, чтобы войти? О, ящик. Ящик. Чё? Куда идти? Вы как вообще вышли отсюда? Погнали в машину. Чё не вижу вообще? Я вообще ничего не понял. В смысле? Гоу. Негр, гоу. Подождите. А чё, на время, да? Да. Нет. Две минуты с половиной, так. Где такое? А где машина-то наша? Они её отогнали, что ли? Да, да, да. Я нажал призвать машины. В смысле, как ты это сделал? Мы же их отогнали. Я сделал все как мог. Ты вообще... со мной сидит? Нет. Никто, вообще машина где-то в жопе мира стоит. Да господи. С Артемом. Я ничего не понял. Джеки, ты где? Давай. Да я фиг знает, где вообще потерянный. Ты там позади. Все, короче, поехали. Я вообще нету там. Во, все, го, я к тебе сяду, я к тебе сяду. Давай, 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 пошел. Ой, меня сбил зомби. Все, го. Вонючий какой-то... зомби, не догонишь. Я нас. Только затылок Тёмы вижу, и все. Кипади сзади вставать. А вот, нашел. Оу! Зомби. Зомби. По трубе. Тёма, дерево! Что там плавать еще надо будет? Я вижу, все нормально. Пацаны, вы, короче, сплавайте там внутри, все, подключите, а мы на стрим постоим. Хорошо. Да, давайте там это, короче, типично сейчас все будет, все просто. Успеем. Ездить-то не умеете, в отличие от нас. Ой, аккуратно. Железная дорога!
Зачем мне туда приехали? Мне кажется, у меня жопа выпал второй. Господи. А, машина! Кто-то ездить не умеет. В смысле? Первые же едем. Я предлагаю себя на роль водителя. Налево. Так, на дорожку направо и сейчас вдоль этого. Напрямки! Хорош! Зомби-педики! Спецназ! Блин, топово врезались. Чё вы там делаете? О, тут можно было прыгнуть. Мы не прыгнем, мы сейчас не прыгнем. Ладно. Не туда. 40 секунд. Блин, давайте. Мы приехали, мы приехали. А, ну да, чуть-чуть. Ошиблись. Увлекся маленько. Я сам на трубу засмотрелся. Быстрее, там тонет все это дерьмо уже. Выходите. А что делать-то надо? За мной. А как туда попасть? А, ну, сейчас фонарик выключился. Кто-нибудь включите фонарик, я ни хера не вижу. В смысле, день на улице? Так внутри. Мы не знаю, что я делаю. Просто я что-то делаю. А вот, фонарь. Я снизу здесь вырубаю. Вы в воде, нет? Давай. Давайте я вам проход посвечу. Какое говно вы нас втравили вот это на этот раз. Подожди, я шкафчик. Тёма, ты доктор теперь? Да, я теперь доктор. Пипец. А я думаю, что за парень ходит доктор? Вы не видели, но я тут был уже. Я ниндзя. Еда халва я нашел. Я не ем халву. Я хп 70. В смысле не ешь халву? Ты что, наркоман? Люблю. Как это не любишь халву? Шкафчик открыл. Нужен кого? Да. Джеки. А? Нажми кнопку Б. Ну, присядь, короче. Да-да-да. Прикольно. Ты видел, как тебя этот вверх ногами повернуло? Круто. Ай, задохну сейчас. Ладно, пацаны, идти надо. Все нормально. Дверь-то зачем закрыл? Да он такой вот, типичный. Уходя, как бы гаси свет и дверь. Уходя, гаси всех. Гасите всех. Гаси всех и свет. Тут еще ящик полутайте. Пустую сумку вообще-то, так тупо. Домашние припасы. Что бы это могло быть, вот мне интересно. Не знаю, булочки всякие, пирожки. Слушайте, а тут какая-то машина стоит, на ней нельзя, да, только на багги? Ну да. К сожалению, только на багги. А слить, наверное, можно? Нет, нельзя. Только с больших, наверное. Да не, я бы на самом деле наверх поднялся и посмотрел. Вот баг стоит, что нельзя. Да, ой, о, я взял с ней. Помогите! Помогите, нет. Парни! А у меня зрения нет, чтобы назад посмотреть где-то там. Подорожник приложите. Сейчас я приду. А что он мертвый лежит, его никто не спасает? Я не могу. Я оттуда сюда. А я оттуда сюда прыгнул. Думал, ты тут умер. Гайз. Че ты, как ты сдох-то тут? Да я вот туда наверх запрыгнул, а там оказывается... Вообще непонятно сдох. Ох и тип. Вообще было непредсказуемо, короче. Го, поехали. Ой, я разобрался. О, сейчас погоди. А бибикать можно? Нельзя бибикать. А так тупо можно было бы лучше. Я хотел бибикать. Я не знаю, я просто, короче, хотел. Ну ты где там уже? Я жду или едем, или чё? Зомби бьют нас в машинах. Так, блин, я не знаю, что... Прыгай на тачку и поехали. Куда? Куда едем-то? Юби! А, вон туда. Стой! Это не та машина! Смысле не та? А, вот. Да отъедь немного, сзади же зомби. Ай! Не по мне. Вот это вы не очень. Поехали. У меня, короче, канистра с топливом есть, если что. Окей, я за ними просто поеду и все. В смысле за ними? Ну я не знаю, куда ехать, за ними поеду. Так нам так-то не в ту сторону. Вот так, сократил, молодец. Конечно. Нам-то сюда. О, ниндзя теперь не за рулем. На выходе по ништяком бывает, как правило. А! Я башню ударился! А он, кстати, успел нагнуться, по-моему, да? Вот это лоль. Меня просто немножко прибило, а тебя прям... А я увидел, что Дима успел как бы увернуться. И слышу сзади такой звук. Шмяк такой мощный. Топо. Гоктор, все, продадим сначала. Вот, подожди, ты, смотри, пусть порадуются люди, видишь. Ну ладно. Давайте торговцу все продадим. А что у него есть-то? Давайте. Двуствольное ружье, там винтовки всякие продать можно. Аджек. Че? Кстати, тут инвентарь-то ограничен вроде, да? Он где я стоит? Ценности всякие продавайте, кофе, там, сигареты. Мне так-то не особо что надо. Ох, хера тут денег на этом сейве. У меня аж музыка сломалась. Так, купить. Че можно купить? Я патронов. О, лук можно купить. Лук? Ой, да. Все, беру лук тоже тупо вообще, без вопросов. Электрические стрелы есть на лук. Смазка есть? Смазка? Ну, зачем?
У нас все с этим хорошо. Нет свободной ячейки, вот об этом я говорил. Винтовочные так, патроны купить, там пистолетные. Винтовочные патроны, пистолетные патроны. Блин, ну сейчас мы закупим. Мы, кстати, могли до этого все это купить. Ага, ну денег-то не у всех есть. А, ну у меня 200 с лишним тысяч. 200 тысяч, давай ты всем купишь. У меня 278 так-то. Вот, и ты всем купишь. Нет. Тогда купите хотя бы друг другу спокойно. Я сейчас хотя бы друг друга. 200. Я сейчас смазку куплю просто и все. Не надо смазку покупать. Я купил! Я купил. Такой, слышишь, тюбик этой смазки. Так, я купил, бросаю. Тут инвентарь такой, конечно, немного ложовенький. Давайте только по ночам пока бегать. По ночам же охеренно. Да вообще весело так. Ну там типа жить невозможно на харде. Так, ну-ка. Я Far Cry! Надо выйти лук проверить. Вот я это делал. А мы не можем проверить тут же. А чё они молятся? Подождите, подождите, они какие-то эти... Какие-то сатанисты. Блин, а стрел-то нету. Кто-нибудь а стрелы я купил, посмотри. Они какие-то, я короче, вообще не летят. Не летят, конечно. Кто-нибудь, смысле, посмотрите, стрелы... мы помогаем каким-то сатанистам. Бомбу, как этот, я не знаю. Тёма, это нормально, что они делают? Я не знаю, что они делают. Ты посмотри, они сатанисты какие-то. Вон баба вообще какие-то руки развела во все стороны. Они воде радуются, господи, у них вода пошла. Это церковь этого. Вот, видите, вода идет из колодки. Дом царства. Короче, я официально заявляю, что ему говно. Зона стрелы в голове, короче, он идет дальше. Да, ты нормальные стрелы купи. Давайте на этом первую серию закончим. Хорошо, так, подожди. Вот. Тёма, выходи к нам. Будем радоваться воде, давайте все вместе встанем, радуемся пусть, воде. Пусть они как-то поклоняются. Вода, господи, да, девочка, это вода. Это надежно. Это дело. Ой, короче, я! Надеемся, вам понравилась первая серия. Короче, вряд ли, конечно, но пускай. Вряд ли, да. Кто там вообще нам не досмотрел? Да 99% не досмотрели. Так что все остальные топчики, спасибо. Вот, увидимся еще. Всем пока! Вот я!